Алексей Козлов представляет. Сейчас я расскажу вам об американском джазовом трубаче, которого звали Билл Чейз. Он прожил очень короткую, но насыщенную жизнь. Он родился в 1934 году, а погиб в августе 1974 года в авиакатастрофе вместе с двумя музыкантами из своей группы. Билл Чейз родился в итало-американской семье. Его отец играл на трубе в военном оркестре и хотел бы, чтобы его сын делал в будущем то же самое. Еще будучи школьником, в 1950 году Билл Чейз услышал оркестр Стэна Кентона, где на трубе играл Мэйнард Фергюсон. И вот это ощущение настолько поразило его, что он решил играть так, как Мэйнард Фергюсон, то есть используя самые верхние диапазоны. После окончания школы он начал изучать классическую игру на трубе в школе, которая сейчас называется Berklee School of Music. И вот в 1958 году Стэн Кентон пригласил его в свой оркестр, где он стал играть вместе с Мэйнардом Фергюсоном. А в 1960 году он попадает в оркестр Вуди Германа. Свой первый самостоятельный состав он создал в апреле 1971 года. Он так и назвал его «Чейз». Это был необычный коллектив. Он отличался от всех джазовых коллективов, существовавших до сих пор. Там была ритм-группа и четыре трубача, среди которых и был Билл Чейз. И вот перед тем, как записывать очередной альбом, Билл Чейз полетел на самолете, который разбился, и все, кто летел на нем, трагически погибли. В 1977 году был выпущен альбом, посвященный памяти Билла Чейза. Ну а сейчас давайте послушаем, как играл этот замечательный трубач. Thank you.
lot of people ask why the name Chase. Well, it's not only the name of the group, it's my name too, Bill Chase. Come on, girl, now this is it. Get on!